ой, ну, конечно, темная сторона. Не, ну, темная сторона, конечно, молодцы, ребята. Если бы меня еще в ролики включали, у них бы не 38 тысяч просмотров было, а прям миллион. И прям перло бы во все щели, и прям бабло бы прям летело прям со всех сторон. Вот просто проверьте, на аватарку дядь Леша поставьте, сразу бабло попрет, знаешь, сразу 500 000 просмотров будет. Да, проверяй, все, поехали. Ай, ну давай. Ай, ну давай. Кстати, не забывай подписываться на канал, ставить лайки, там и все, там на инстакарточку, на все, подписывайся быстрей. Да за робота сейчас иду я с Ванечкой, сказал вам, передайте моему сладенькому, сейчас иду. Иду я, это последний видеоролик, дай посмотреть, никакого праздника. Вот у меня так, так же на платнике было. Диск С прямо во время работы компьютера. Ясно? Понятно. Пацаны, почему нельзя курить рядом с девушкой? Потому что от нее воняет? Не, потому что бревно может загореться. Неплохо. Тупо КС камень. Ништяк. Охуенно. Я быстро пальчиком работаю. Это все потому, что я очень много часов провел в постели, играя в мобильные игры. Вот знаете, когда ты малой, и на семейном празднике тебя родственники заставляют танцевать, а ты такой, типа... Ну, типа, меня не заставляли танцевать, но песни, по-моему, пели, мать его, все. Ну вот сейчас не говорите, что вы не пели петь. Ой, смотри, какой он хорошенький. Приходят эти вот соседи. Смотри, как он подрос. Смотри, какой милый. Ой, какой. Ай-яй-яй. Что последнее в садике учили? Давай на стульчик, давай, давай. Мне мама, я не хочу. А надо на стульчик, надо. Где моя пайка? Я не пойму. Я заказал, пайки нет. Я уже стримлю. 25 часов. Это, мать его, где такая тема? Это что за волны? Мне вообще ничего не страшно. Сейчас я приду. Ну, испугался я немножко, что началось-то? Русские мигранты даже в Европе найдут способ получить блатные номера. Ну, испугался я немножко. Ну, что началось-то? Ну, прошли же. Эй, у тебя крокодил убежал! Не пойму, это типа все знают, это ручной крокодил? Наконец-то все будут думать, что у меня был секс. Но не рожай, вам не узнать, как это прекрасно чувствовать сыночка внутри себя. Это мы еще посмотрим. Некоторые русские чересчур буквально приняли указ президента о борьбе со скрытыми камерами на дорогах. Да ну нахер! Бля, чё так? А чё так можно, что ли, было?
Лех, на 5.40 бан. Если там нет бана. Лех, где мерч для детей? Проверить углы, проверить углы. В детском магазине. Что за игра? А вот здесь вот грязно. Суп, тащи швабру. Сударь, не могли бы вы приостановить съемку? За равенство всех полов, за гендеров, трансгендеров, да, за МЖ, П, блядь, я не знаю, там... Не баньте меня, пожалуйста, блядь. Поняли, ну пиздец тебе, тварь, блядь. Всю, сука, я тебя сейчас, сука, вычислю в чате. Я тебя сейчас вычислю. Сейчас, я тебя, тварь, вычислю в чате. Хадость, блядь. Где он? Сейчас. Где-то он здесь был. Сейчас я найду тебя. Сейчас. Я тебя найду. Я тебя, падла, найду. Я тебя по IP сейчас еще вычислю. Опа, все, давай. Бан, блядь. Обидненько, да, наверное? Угу. Обидно, да? Никто не забанен, а тебя забанили. Что это он там жарит? Обидно. Шашлык, вроде. Анюшу, видел кто-то? Ты представляешь, из 10 тысяч человек в чате, смотри, все над тобой, во-первых, смеются, потому что, во-первых, тебя просто попустили, понимаешь, вот все смеются, все над тобой смеются, даже он Никита смеется, понимаешь, он Никита, блядь, смотри, тайминг поймал. Никита 20 лет, и тот смеется. Чего смеяться, не знаю. 20 лет Никита зовутся, смеется, сидит. Сегодня, извини. А? Где такие поля, я не пойму? В какой-нибудь Новой Зеландии? Ой, что-то это нихера, по-моему, не Новая Зеландия. You can count on me now. 1, 2, 3, I'll be there. And I know it. Когда собака, мать его, умнее моих соседей? У меня человек дрель 20 лет не может запомнить, что не надо по выходным дням сверлить, дрелить, я не знаю, там, жену свою бить, детей своих сопливых воспитывать. Какого? Никогда так не делайте. Потом поиграйте с котиком, он там уснет и закроете, потом мамка закроет и включит. На! Получил? Черт! А вот это пол. Где плавают осетры. Осетры. Стеклянный пол. Ему даже ходить можно, да? Да. Правда, страшно наступать, но ничего. Это как раз это, да? Это осетры или зверлят? Кто это? Заказывает и кушает. А, не прям, прикинь, ресторан. По которому мы идем. Ребята, а кто шарит? Это осетр или что это вообще? Удочка. Наверное, ну похоже на осетра. Наверное, осетр. The basic theme there. I'm 27 years old. Показалось. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я лайк поставил. Ну что, посмотрел видос?